Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре смарт-часы. Два варианта, более дорогой и более дешевый. Первая моделька DT18, стоит 15 баксов. Вторая модель G9, более дорогая, уже такая защищенная. Напоминает нам некоторые модели часиков, да, не будем говорить какие. Я разделю видео на две части. Первый расскажу про более дешевые часы, во второй про флагманскую модель. Первая у нас идет. Так, вот такие вот у нас симпатяшки. Классика городская, спортивная, молодежная. С обратной стороны сразу вам показываю, имеем пульсомер. Датчик частоты пульса, зарядка. Вот как они выглядят в включенном виде. Сразу менюшка. Все очень просто. Тачскрин на один палец. В наборе идет один ремешок силиконовый. Потом идет второй ремешок кожзам. Затяжки. Все как положено. Кабель питания. Инструкция идет. Кстати, есть на русском языке. Поэтому очень даже и удобно. Больше ничего нету. Заряжаются часы очень просто. Магнитная зарядка. Все, зарядка пошла. С обратной стороны у нас обычный USB вход, то есть powerbank, солнечная панель, сетевой адаптер от 220. Все это дело сюда подходит. Еще раз показываю. Примагнитили и зарядочка пошла. Часы универсальные, коннектятся со смартфоном без вопросов. Существует несколько программок. Через Bluetooth подключаются, которые... Вот, есть родная номер один, H+, Fando, все эти программки подходят без вопросов. В данном случае у меня уже смартфон законнектен. Как мы видим, устройство у нас вот смарт-вач, это вот эти часики. Открываем программку, допустим, тот же номер один, и нам выводятся на экран все параметры. Забиваем сюда свой возраст, вес, рост. Среднее давление, которое обычно вот у кого-то может быть там 130 там на 90, да, допустим, ну, человек может быть там больше массы обладать. Забиваем все это дело, и исходя из наших параметров, оно нам высчитывает наши калории, нашу норму, сколько мы прошли, потому что в часах есть счетчик калорий, в часах есть шагомер, датчик дистанции и так далее. Можно произвести очень хороший анализ в смартфоне за день, за неделю, там, за квартал, как вам удобно. Кроме того, в часах можно выбирать отдельно виды спорта, которыми мы пользуемся. Вот так вот нажимаем. И нам сейчас он откроет следующее меню. Вот мы видим бег, да, походы, велосипед, ходьба спортивная, футбол, баскетбол, теннис, маленький теннис. И пошли по кругу. Очень удобно. То есть, если вы занимаетесь спортом, даже там не профессионально, просто по утрам бегаете, то вам вот эти часики будут в помощь. Кроме того, часы могут принимать со смартфона смс-ки, разные сообщения, коннектить вас с некоторыми соцсетями. То есть, если смартфон где-то в кармане, там на велосипеде, там в походе, в рюкзаке, то вся информация будет отображаться и будет подавать сигнал вам о том, что... К вам как бы кто-то хочет там дозвониться, либо прислал какую-то смс-ку, то есть вы постоянно на связи, очень удобно. Имеется, конечно же, пульсомер. Это же кнопка, которая включает, возвращает часы назад. Нажали, нам вернуло главное меню. Есть пульсомер. Сейчас вам включаю. Ну, единственное, что есть такое задумчивое меню, как бы варианты рабочего стола. Можно менять, кстати. Покажу вам уже по ходу дела. То есть на любой вкус, классика, спортивные, обычные. И как правило везде выдается, вот у нас понятно, что время, да, дата. Внизу выдается вот шагомер, пульс и количество сожженных калорий. Практически в каждом софте, да, вот мы видим, они в разных там позициях, с разных сторон. Но все это дело по итогам выдается. Вот еще раз вам покажу на выбор, какой можно поставить себе. Давайте оставим. Этот мне больше всего нравится, да? Нажали, сейчас он сохранится. Все, мы слышим вибрацию, сохранилось. Удобно, понятно. И дальше листаем по меню. Это понятно, да, это шагомер. Датчик сна, очень важное значение имеет отдых. Слышу опять вибрацию, вот пошел работать датчик. Вроде бы как часы у меня на руке. Сейчас посмотрим, что он посчитает. Ждем. Должно пройти какое-то время небольшое. Для тех, кто катается на велосипеде, ходит в горы, бегает, это очень полезная штука.
тут же показывает перегрузку и говорит вам о том, что нужно просто остановиться, немножко отдохнуть. Полезная штука, реально. Потому что если перегружаться каждый раз, то это очень как бы вредно для сердца, для вашего. Здесь такого уже не произойдет. Мы видим 73. То есть сначала показала не совсем точно, сейчас, видать, вышла на свою позицию и начала показывать плюс-минус мое сердечко. Вот так вот. Поэтому, ребята, штука очень полезна. Я всем это дело рекомендую. Опять же, часы стоят $15 США. Как для такой стоимости, это очень даже неплохо. Есть сменные ремешки. Часы небольшие, экран очень такой приятный, удобный, хорошо читаемый. Это я держу как бы даже сдалека, все равно все видно. Ну и опять же, это очень хороший хронограф. Здесь все-таки точное время. И опять же, в смартфоне можно анализировать все наши данные. Очень удобно, понятно, практично, без вопросов. Поэтому такой гаджет я рекомендую. Для тех, кто даже пускай не профессионально занимается спортом, а просто там ездит на работу, да, все равно это хороший помощник. Например, если в метро вы смартфон не услышите, то на руке вам всегда придет сигнал, который вы точно услышите о каком-то там важном, может быть, сообщении. Может, вам шеф звонит, да, допустим. Полезная, удобная штука. Так что, ребята, пользуйтесь. Если сделать с ремешками, то даже совсем-таки неплохие молодежные часики получаются. На этом всего доброго. До свидания. До скорых встреч.